Great win, boys. Great win. The way that we stepped up on the ice for that third period, that was business. That was business, boys. They scored two unlucky goals, tied the game. It didn't rattle us. We kept great composure, a great job, played a great third period, and also great homestand, boys. Four wins. Four wins. This is huge. You, all of you guys deserve lots of praise. Okay? You guys are working hard. Very good job, boys. Хорошая победа, ребят. Третий период здорово отработали. Там два гола в концовке второго получили. Не раскисли, отработали. И здорово отыграли домашнюю серию. Все четыре игры выиграли. Очень. Very good job. Super job. Good job, boys. Zarki. Да, мужики, красавцы. Потеряли, да, там сегодня толще у нас, но каждый за него, я думаю, сегодня поборолся, поиграл. Тяжелый выбор у меня, кому сегодня дать. Ну, блядь, ну я. Давайте. Да. Пацаны, молодчики, хорошая победа. Давайте наращиваем обороты. Надо уже взять сегмент. Давай, вперед. Где-то удача от нас маленько отвернулась, в Сибирь как раз повернулась лицом. Таких, так сказать, два рикошета непонятных, где-то скаканул, где-то еще что-то. Но самое главное, мы не остановились играть в третьем периоде и вышли и начали играть в том же духе, что и в первом, и во втором, и добились успеха. Есть такое, что из-за Толчинского сыграли, которого так рано потеряли из игры? Ну, конечно, это ребят начинает мотивировать, когда твои их бьют, и еще тем более он не может вернуться в игру. Это двойная мотивация. Что предложила Сибирь? Мне кажется, они пытались очень скоростно действовать против нас. Они хотели, мне кажется, такую шугу-пугу нам и заставить в нее играть. А мы, самое главное, сдерживались своей игры. И за это мы победили. Третий период планомерно, мне кажется, наращивали давление, и гол стал логичным боем. Да, можно и так сказать. Самое главное, опять же, повторюсь, мы действовали так, как нам сказали. Если бы где-то начали откидываться, не держали шайбу, я думаю, могли бы проиграть, можно так сказать. Есть такое, что вы вот эти подставления, да, после набросов, вы постоянно, мне кажется, тренируете, и вот это приносит пользу? Ну да, мы сегодня уже убедились два раза. Наиль, считай, подставил, я подставил, так что все не просто так. Четыре победы подряд. Можно ли сказать, что вот такой неприятный период пройден? Да, самое главное, мы его забыли уже и начали тот путь, который мы в целом должны показывать на протяжении всего сезона и радовать болельщикам своей игрой.